В канун парада памяти в Самару приехала делегация героев Российской Федерации. Они встретились со студентами вузов и СУЗов региона, а 7 ноября примут участие в параде. Подробности далее. Встреча, которую не забудут, к студентам Самарского медицинского колледжа имени Ляпиной приехал герой России, командовавший медицинской ротой 27-й отдельной гвардейской мотострелковой севастопольской бригады ВДВ. Звание героя было присвоено Владимиру Белову за спасение жизни раненых в боях солдат и офицеров под огнем вражеской артиллерии. Я считаю, что такие встречи очень важны для студентов, потому что нужно передавать историческую память, передавать вот этот опыт, наставничество должно присутствовать. Потому что вот такие вот встречи, они как раз дают ребятам понять, насколько важна эта профессия, профессия в сфере медицины. Герой России принял участие в торжественной линейке, экскурсии по колледжу и пообщался со студентами. Слава Богу, что они все это помнят, что они все... Это ведь не директор создала, а создали студенты. Они, не директор, смотрела и вот эти вот все фотографии, грамоты, свидетельства собирала. Это студенты собирали, а всегда это откладывает. Я надеюсь, что они это понесут дальше с собой. Накануне парада памяти в Самаре проходят патриотические мероприятия с участием героев Российской Федерации. Они приняли участие в форуме филиала Фонда «Защитники Отечества Самарской области», встретились со студентами вузов и СУЗов Самары, а 7 ноября примут участие в параде памяти. Виктория Шара, Полина Чулюкова, Игорь Казановский. События.